Хорошо чувствую тебя дома. Вы готовы? Thank you.
пролечу совой. Родом утеплю вас на полу, деду, отец, да к небу, неси мою требу, песня моя. И все вместе! Благодарим, друзья! Слава родным богам! Пылой, пылой.
следующая песня под названием «Марена».
Земля!
Благодарим, друзья. Ну что, мы готовы?
головой, драцину поднявши, но поющие рогой, и священной чаши. Спасибо, сила, друзья! Отлично! Слава Руси Великой! Слава матушке! Слава вам, родные! Ну что же, следующая вещь посвящается именно нашей матери, нашей родной матери, Руси Великой! Славься! Воздымем руки к небу. Все вместе.
Слава вам, Воронеж! Благодарим, друзья! Ну что же, родные мои, пришло время, мне кажется, исполнить следующую песню вместе с вами, всем залом. Нет! Воздымем руки к небу! Все вместе! Повторяйте за мной! Огонь отрея рьет, огни до неба воздымает. Молодому купаляцу славу браты воспевают. Закатилась ярила, да ваше любоваться. Взором ова чисто поле красою купаляца. Да земли до неба ярокола воздымая. Все вместе! Давайте, друзья!
далеко, но моя широка, твой святится, я святится, уплатишь, что деньги, тепло заплевателей, уплатится, уплатится, уплатка сморожки, но моя сморожка, твой святится, я святится, святится, не платится, твоя князя в лицо. Еще! Ну что же, друзья мои, а мы с вами увидимся после небольшой паузы. Отдыхайте! Вы еще живы? Это хорошо. Thank you.
Ну что, братья, готовы продолжать? Отлично! Песня называется «Сквозь туман веков». Давайте, давайте, дружнее, дружнее, дружнее! Thank you.
Ну что же, родные мои, а сейчас, по традиции, мы все вместе будем прыгать вверх. Всем залом вместе с нами. Как это, конечно же, бывает на песне, которая называется «По сырой». По сырой? Конечно! Вы готовы? We'll be right back.
Разделить зал ровно на две части. Родные девушки, осторожнее, прошу вас. Смочить вашу голову чуть-чуть. Давайте все вместе! Я лазу в мой небо, я
Вот это сила! Вы просто молодцы! Благодарю вас сердечно, родные мои. Ну, я думаю, что теперь нам отдыхать придется не скоро. Солнцеоборот! Конечно!
Отлично! Я Рила! Вы просто молодцы, братья. Ну что же. Что же, дорогие мои. Ну и по традиции. Следующую песню я бы хотела посвятить всем нам здесь присутствующим. Нашей родной земле, на которой мы все живем.
светлую зарю. И тебя всех! Знаете, я хочу вас безумно поблагодарить за сегодняшний концерт. Сегодня просто не концерт, а праздник. Праздник для души прежде всего. И я думаю, что каждый из вас, ну, по крайней мере, я хочу, чтобы каждый из вас был счастлив настолько, насколько счастлива сейчас я. На самом деле, это для меня самое-самое святое — быть сейчас здесь, дома, среди вас. Это неописуемо. Благодарю вас сердечно, други. Я думаю, что настало время для еще одного хоровода. Если вы, конечно, еще не устали.
Ну что, сделаем? Давайте, давайте, давайте! Последние щеренки соберем в кучу. Отлично! Тем временем у нас осталась последняя песня на сегодня. И, конечно, по традиции все ее прекрасно знают, любят, особенно казаки. Ой, то не вечер! Oh,
Ну что, родные, вы хотите еще? Специально для вас Купала и Кострома. Вы готовы? Замечательный праздник для вас. Удачи вам, родные мои. Счастья, здоровья вам и вашим семьям. Молодцы! Удачи!
Короче, слава вам, родные мои!